Привет. Ну что, мы принимали участие в ювелирной выставке, конкурс ювелирных украшений. Ну и, в общем-то, насобирали мы вот таких вот три штучки. Вот одну Вера спрятала. Да, вот такую, такую. Это все победители. Победители в номинациях. Мы рады приветствовать вас на 42-й выставке «Ювелирный салон». Давайте мы друг другу поаплодируем, все друг другу присутствующие. Выставка, традиционно проводимая Центром выставочных технологий, является одной из самых известных ювелирных выставок не только в Украине, но и за рубежом. Ведущие предприятия Украины и зарубежья демонстрируют свою ювелирную продукцию. Выставка, как и конкурс «Лазурная волна», проводится при поддержке Департамента культуры Одесского городского совета, Ассоциации ювелиров Украины, Союза дизайнеров Украины, Гемологического центра Украины. Каждый из членов жюри оценивал изделия по пятибалльной шкале, по пятибалльной системе, по таким критериям. Глубина раскрытия темы, художественная ценность, мастерство исполнения. Далее, ответственный секретарь суммировала по всем опросным ведомостям и оглашала лидирующую по баллам работу. В тех случаях, когда работы набирали одинаковое количество баллов, происходило открытое голосование членов конкурсной комиссии. С результатами оценки вашей работы вы сможете ознакомиться после церемонии у ответственного секретаря Бондаренко Татьяны. Давайте тоже ей поаплодируем, это на самом деле тоже для меня легкая работа. Ну что ж, дорогие друзья, наступил момент, когда пора уже вручать диплом участникам. Я прошу присоединиться сюда директора выставки «Ювелирный салон» Ольгу Якубу. Итак, за участие в конкурсе награждается ювелирный салон «Самородок». Просим представителей под аплодисменты. Григорий Иванович, за гарнитур. Симфония лотоса в номинации «Лучшие изделия, выполненные в классических стилях и техниках» награждается Каша Александр, под ваши аплодисменты! Спасибо, мы принесем подаем подарок. Благодарим вам, что пришли к нам. Мы вас осознаем, что побываете чудесные отношения. Итак, следующая номинация – лучшее украшение из серебра. Вытаскивайся. Награждается. Нас ждет еще один подарок. Каш Вера за свадебный финокийский пояс. Вы знаете, что в этот раз выставка проходит на трех наших этажах. И в полигоне у нас стоит еще МВД. 2090. А я также мне нашествовала. Тоже огромное спасибо. Дать Каш, продолжаем традицию филиграни Византии, Руси и переходим к Чечено-Ингушетии. Свадебный пояс, пожалуйста. Это для вас. Покажи, что ручки еще нет. Спасибо вам. А ты можешь сумочку маме оставить, да? Или спасибо. Ну что, друзья, еще раз аплодисменты всем участникам. Жюри! Мастера ювелира! Привет! Ну, мы опять участвовали в ювелирной выставке одесской. На этот раз уже был конкурс украшений готовых. Там несколько номинаций. Лучшие украшения из серебра, лучшие в классических техниках, что там еще было, мужское изделие. В общем, куча разных номинаций. Мы не во всех участвовали, но мы заработали, смотрите, у нас три диплома, которые мы взяли первые места, да, представляете? Ну, как бы два первых места там за наш пояс и за симфония лотоса. А, так мы его назвали. А, вот. А еще одно, вот то, что у Веры, это там какой-то золотой гамаюн. В общем приз. Единогласно. Единогласно
пятью учеными мужами, женами. В общем, это все они там посовещались и решили, дали нашему поясу первое место. Ну, вот такие мы молодцы. Так вот, пока. Это Одесса, вот смотрите. Мы прям на Морвокзале. Да, вот выставка. В одном и во втором павильоне. Ну, все, пока.